Друзья, всем привет! Наконец-то я устроил битву данных автомобилей. Кто не знает, то есть давно жаждали люди, у меня страничка ВКонтакте в описании к этому видео, там у нас переписка постоянная, там видно, кто заезжает, какой следующий обзор, то есть, друзья, можете добавляться в друзья и предлагать данные автомобили для заездов. Абсолютно стандартная машина, Camry 3.5, в 55-м кузове, второй рестайл, как мы видим, с новой оптикой. Честно сказать, по дизайну я бы вот это бы убрал, ну не особо мне это заходит, но оптика по две линзы в каждой фаре, это хорошо, потому что все знают владельцы Camry, что ближний свет у Toyota хромает. Здесь его изменили. А так она абсолютно стандартная. 2018 года выпуска. Машиненка вообще просто, можно сказать, в идеальном состоянии. Обе тачки, кстати, у нас на резине Michelin. Так ни у кого никаких не будет у нас достатков. 3.5, 249 лошадиных сил. Автомат, коробка, шестиступка, кана с преднатягом. У нас блокировочка небольшая стоит, так как она с места сразу будет уходить двумя колесами. Это Skoda Octavia A7 1.8 Turbo Stage 2. На машине пробег 20 с небольшим тысяч километров. В идеальном, можно сказать, состоянии. Прошивка здесь установлена от APR, и она на механике. То есть примерная мощность должна, как я, как ну вообще мне рассказывают, 240-250, никто не замерял. Владельцы Skoda на прошивке Revo заявляют, что APR как бы злее прошивка, понимаете? Владельцы, кто на APR-ах ездит, говорят наоборот, понимаете? Я так понимаю, кто прошивает, друг на друга гонит, ну, то есть клиентуру, может быть, набить, я не знаю. Но это дело в том, что это APR, Stage 2, механика, передний привод. Сегодня будет очень много зависеть от водителя. И мне очень жаль, друзья, что у нас не получилось поставить ту Camry, которая у нас выступала против 40-й камрюхи, и ту Octavia на DSG-7. Эти владельцы хотели друг с другом, то есть пободаться, помериться мощностью, но не получилось. Один уехал, и другой не приехал, понимаете? Но я думаю, мы их по-любому сведем, но сегодня мы проверим вот эти данные автомобиля. И по заездам мы хотели ее поставить второй, а следующая у нас будет гонка вот с А5 Stage 2. Вот данный автомобиль. Он, по идее, должен был быть первым у нас сегодня заезжать, но приехал чуть-чуть попозже. Так мы его сегодня тоже поставим. И мы раз и навсегда, друзья, проверим, чтобы знать, как едет Camry против данных автомобилей. Но мне очень интересно, и я сегодня решу, то есть нужна мне такая тачка или нет. То есть из видео прошлых я себе говорю, что хочу построить на Stage 3. Именно на Stage 3, чтобы была пушка. Ну, посмотрим. Давайте, друзья, сейчас поедем с места с 20, 40, 60 и с 80, чтобы решить, как эти тачки едут раз и навсегда, чтобы понять, какая едет, почему мы едем в таких диапазонах, чтобы понимать, просто с места обоим машин, можно сказать, нормально. Да? С 20 где-то там турбина не раздула. 40 – это уже конец первой передачи, тоже Camry некомфортно. Так что мы поедем во всех диапазонах, чтобы решить раз и навсегда, друзья. Давайте начинать. I'm really tired of working and breaking vertebrae. Every day I've been stressed like a murder case. Every day I wake up with a motherfucking mind full of so I reach for the purple haze. Worst taste in my mouth, all I do is put in work, but I ain't seen the worth of my miles. Right when I wanna give up, I heard her say, this is how you sell your soul. Друзья, хочу посоветовать интернет-магазин автозвука ByeSound. Он имеет большой ассортимент автомобильной акустики, шумоизоляции, автосигнализации, антирадаров, видеорегистраторов и множество другого. Осуществляется доставка заказов по всей России. Более подробно можете изучить по ссылке в описании. А по промокоду AUTOVREN скидка на ассортимент до 8%. Поехали, сигналим, давай. Давай, сигналь. Ух ты, ёб. Блин, начинает уходить. Поехали.
Да. Сигнал. Со второй. Ну мы догоним. Догоним со второй. Дали фору камрюхи. Третья. Вот на хвосте. Водно. Обошла. Сколько? 180. Да, 180. Блять, мы в осечку уперлись, да? Ну, вообще-то прям... Дави. Бля, сейчас хорошо попал. Приход, диапазон. Как на ней, да, когда раздулась турбинка на уходе? Ну, пиздец вообще. Ты блядь, что она делает? С 80. Давай, не отпускай. Конечно. Сколько скорость? 160. Она продолжает уезжать. Она продолжает уезжать. Она так уезжает. 200. 200. 220. Все, осечка. Да. Ну вот так, друзья. Получилось. Шкода чемпион. Все. Во всех режимах ехали и с места. Но с места из-за того, что человеческий фактор, она цепляется плохо. То есть, понимаете, отстает прям. Ну, я думаю, вы видели заметно прям сразу. А потом догоняет. Вот, то есть, с места с 20, если едем, даже Шкода поехала с 20 со второй. С 1000 оборотов. Поэтому мы отлетели. А потом раздувается прям 180, она начинает все равно съедать. И в конце мы Камри вообще до ограничителя разогнали, а Шкода все равно уезжает. Удивило. Она даже без интеркулера, без кулька. То есть, и она все равно не потеряла прыть. Каждый заезд она ехала хорошо. То есть, вот это удивляет. То есть Шкода 1.8. Ну, честно, сам владелец Камрюхи не ожидал, что такой будет результат. Она прям сильно отъезжает. Так что, друзья, с этой все поняли. Давайте с опятой теперь решим. В следующем заезде. На сегодня всем пока. Подписывайтесь на мой канал. В следующем заезде продолжение этого видео будет. Будет у нас Сапятый стейдж 2. До свидания. Машина стейдж 2, Сапятая, 1.8, ген 2, мотор 152 силы. Ее век прошел, то есть стареет уже. Сейчас нормальных вариантов мало найти.